Приветствую вас, дорогие друзья! Вы находитесь на канале InvestBox TV. И в этом ролике мы с вами поговорим о криптовалюте под названием Shiba Inu. Значит, данная криптовалюта находится у нас на 17 месте в рейтинге по капитализации. За 7 дней она поднялась на 1908%, сейчас показывает. Значит, на данный момент капитализация ее составляет 12 миллиардов 575 миллионов 581 тысяча долларов. И вот такое вот огромное количество данных монет. Значит, я вот сам зашел вчера на сайт CoinMarketCap. Вчера ее залистили на биржу Binance и на 10 долларов для прикола купил вот такую вот сумму. Сейчас скрин выставлю на экран монитора. Смотрите. Вы также можете, в принципе, зайти и купить на какую-нибудь небольшую сумму на криптовалютной бирже Binance. Ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. Там минимальный ордер от 10 долларов можно поставить. Значит, давайте посмотрим на график этой криптовалюты. Сама криптовалюта, если мы откроем график, появилась у нас она ориентировочно вот в августе 2020 года. Стоила она ровным счетом аж совсем нифига. И вот видим, только вот недавно она вот стрельнула, да, вот он фитиль. И вот, как говорится, имеем, что имеем. Значит, давайте о ней немножечко почитаем. Значит, криптовалюта Dogecoin, ой, криптовалюта Shiba Inu, прошу прощения, выросла на 140%, за сутки обновила максимум. Значит, клон мем криптовалюты Dogecoin обновила исторический максимум. В момент актив достигал отметки 0.00033. Значит, на момент написания криптовалюта торгуется по такой вот цене. За последние сутки монета подорожала на 140%, за неделю на 1550%. Shiba Inu поднялась на 18 строчку в рейтинге CoinMarketCap с капитализацией 11,6 миллиардов. Значит, сейчас капитализация уже 12 миллиардов. То есть, видим, капитализация данной криптовалюты растет. Значит, рост стоимости клона Dogecoin способствовал его попаданию в листинг на Binance 10 мая. Торги на Shiba начались в инновационной зоне криптовалютной биржи. Компания предупредила, что актив подвержен более высокой волатильности и большому риску. То есть, ребят, когда вы заходите на биржу Binance и, значит, покупаете данную криптовалюту, вам будет вылазить такое предупреждение, что данный актив имеет высокие риски. Ну и вам там нужно будет поставить галочку, что вы соглашаетесь с рисками. И всю ответственность берете на себя. Значит, также вот, следом за Binance также добавили эту криптовалюту на Crypto.com. Ну и, в общем, ребят, тут вот такая вот криптовалюта, как бы, да. Значит, 7 мая Илон Маск написал в Твиттер, что присматривает щенка породы Shiba Inu. После публикации стоимость Shiba выросла на 68%. То есть, как говорится, виновник торжества, опять-таки, наш Илон Маск. Но я вас предупреждаю, инвестиции в криптовалюту Dogecoin, Shiba Inu, то есть, очень-очень связаны с большим риском. То есть, инвестируйте только в свободные средства и не теряйте голову. Значит, как я и говорил, данную криптовалюту можно купить и хранить на самой надежной бирже криптовалют Binance.com. Еще раз повторю, ссылочка на нее будет в описании под этим видео. Ну и на этом будем, пожалуй, заканчивать. Пишите в комментариях, какую сумму инвестировали вы в эту криптовалюту или вообще инвестировали ли. И как вы считаете, есть у нее будущее или нет. Я вот для смеха инвестировал в нее 10 долларов чисто побаловаться. Ну, а там, как бы, мне, в принципе, по барабану, там, будет она расти или не будет, то есть сумма небольшая. Вы можете также для прикола инвестировать небольшую сумму средств. Ну, что ж, пишите, давайте общаться в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, на этом все, не забывайте подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали, поставьте обязательно этому видео лайк. Ну, и до новых встреч, всем пока-пока, друзья.